Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Вальдок Легион. Я пошлю 21-ю часть игры под названием «Охота на нулевый день». Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Может быть, это миссия, друзья, мы наконец-то узнаем, кто же самый главный главарь в банде нулевого дня. Кто же именно их босс? Так сказать, это организация, которая подставила дать сек. А может быть, не узнаем. Посмотрим, друзья. Сейчас, друзья, я быстро доеду. То есть для точки назначения, только что вообще плохо не так хорошо оптимизирован, как Киберпанк. Вот Киберпанк, друзья, намного лучше оптимизирован, чем Вальдок. Хотя Вальдок, друзья, вышел уже давно, а Киберпанк недавно. А, друзья, я почти доехал до нашей штаб-квартиры. Так, встретись с Маликом в Весьмическом аббатстве. Блин, капец, ну конечно, не, Дима, ты что-то не очень, а? Бывает, друзья, бывает. А, друзья, я почти доехал до нашей точки назначения. Ну-ка. Опа, а какой я молодец, а? Ай, супер, а? А, друзья, я сейчас играю нашим соблазнителем, который соблазнил одну штучку-дучку из сердца и шпилевили с ней сделал. Блин, не знаю, друзья, получится долгая миссия, недолгая. По ходу дела посмотрим, а? О, альбионовские придурки. Вот. То есть я Вальдок вторая часть, первая, вот это охеренно. Не, Вальдок Лиги тоже неплохая игра, ну, часть. Ну, Вальдок первый и второй немного лучше, это факт. Так, друзья, так. А, все, я почти приехал. Сейчас, так, надо припарковаться где-нибудь. Вот тут, сори, я даже еще не подъехал, ты уже, блядь, реально бежишь. Вот дура. Все, друзья, пошли. Побежимся. Мой герой крутой, супер класс. Месте упокоения знаменитого сестролюба короля Эдуарда Первого. Это так важно, Бегли? Для его сестры наверняка. В любом случае, садись. Я сообщу Малику, что ты на месте. Спасибо, Бегли. Малик. Может, Малик ездит? Может, Малик предатель? Типа, нас подставляет, а может, помогает? Ну, пока он нам помогает, а? Я хер знаю. Может быть, он упырь окажется, а? В конце. Все, я не могу. Я не спал 76 часов, я не справлюсь. Ты просто устал. Нет, напуган. Я знаю, кто главный в нулевом дне. И мне не победить. Лады, пофиг. Имя мне скажи. Это не просьба. Ладно. Я вам доверюсь. Да ты что, спасибо тебе, Малика. Все указывает на то, что нулевой день возглавляет директор отдела СИРС по борьбе с терроризмом Эмма Чайлд. По слухам, она помогла Горбачеву пережить путч в 91-м, но это не все. Мы друзья. Когда-то она наставляла меня на первом задании. Ну, надеюсь, ты попрощался. Стоп. Всегда есть шанс ошибки. Если вы нападете на Эмму, я не прав. Против вас будут и она, и нулевой день. Убедитесь, прежде чем действовать. Мы все проверим. Проверь. Иначе нам конец. Ну да, Малик прав. Лучше еще здесь поверить, потом действовать. Мало ли, может, она реально не причастна к нулевому дню. Неприятно соглашаться с кадровой ищейкой, но Малик прав. Нужна осторожность. Мы собираемся выступить против главы отдела СИРС по борьбе с терроризмом. Да, нужно действовать с умом. Пока что Эмма Чайлд наш контакт, а не цель. Ладно, это приемлемо. Да где нам ее найти? Это просто. Бегли, изучи досье, которое мы украли. Найди агентов, подчиняющихся Чайлд, и подключись к их средствам связи. Принято. О, весьма умно. Но мы не можем сидеть и ждать, пока кто-нибудь оплошает и сболтнет, где искать Эмму Чайлд. Нужно, чтобы ей назначили встречу. А для этого нам следует сделать что-то в стиле старого Дэдсек. Нечто крупное. То, что их напугает. Эмма Чайлд — глава отдела СИРС по борьбе с терроризмом. Ее отдел координирует взаимодействие с Альбионом из старого здания МИ-6. Если вломиться туда и оставить сообщение, которое она точно получит... Да, точно. Так и сделаем. О, круто было, друзья. Охота на нулевой день. Взломайте файлы сервера МИ-6. Вау, друзья, это охеренно. Это просто супер, это команда. Угу.
Я не буду играть до себя. Так, миссия наша. Ага. Окей, сейчас сделаем. Опачки технологии, друзья. Так, что же теперь я прокачаю? Так, хай уже робота прокачивать, а. Так. Это уже нелетальный пистолет-пулемет. Так, ну, в принципе, может даже и пригодится. Хотя я лучше сделаю себе, наверное, кастет. Или так. Так, это что у нас? Это гонщик. Так. Я думаю, пауку лучше сделаю, чтобы он больше лучше прыгал, а? Чтобы мне больше пригодится, друзья. Так, магазин. Когда я могу прыгать за Эйдена Пирса в DLC, ну, блин, в этой версии. Ну, в смысле, в Ачек Лигене. Я купил DLC-шку, друзья, получается. Это, ну, вот, купил ее. А когда я могу поиграть им, типа, ну, не знаю, тут написано. Дополнение для Ачек Лигион Наследия. Дополнительное задание Дэдсек. 4 уникальных игровых персонажа. Рассказка для транспорта Дэдсек. Ачек Лигион Конец Юнитов. Набор входит. Когда я смогу поиграть за крутого легендарного Эйдена Пирса, друзья. Вот в чем вопрос. Погасить код. Какой код? А вот что за код, друзья, я-то не знаю, а? Так, видите ключ, да? Берите ключ продукта или код активации. Так, примерно код активации. Так. О, друзья, я потом узнаю. Может быть, я уже могу эту миссию проходить, а? Она будет у себя код активации узнать, а? Это DLC-шки я же купил не просто так, друзья. Деньги свои тратил, а? Хочу поиграть, друзья, за классного Эйдена Пирса. Надо реально даже будет узнать. Все же, а? Опа, что это у нас там новенькое есть? Серьезно? Два пистолета будет у меня? Вау, супер. Получится, сейчас используется, этот будет у меня. У меня будет два пихалька, друзья, да? А так нельзя, типа. А можно? Ага, хер тебе. Ну-ка. Два пистолета, друзья, у меня. Класс, а? Нафига мне это нелетальное говно? Так, по автоматической P9. Это у нас? Так, это что у нас получается? 10... А, я не знаю английский, блин, жалко. Но вот это пистолет лучше будет. Так, друзья, реально. Как-то надо будет замутить с этим кодом, а? Так вот, только я бы... Надо бы узнать. Может, вы найти в Ютубе узнаю по поводу котов, а? Кодов этих, а? Как код, все такое. Так. Все, друзья. Да куда нам ехать? Карта. А, ну, в принципе, недалеко. Погнали. Да, вообще недалеко. О, какой классный звук у машины, а? Она разгоняется круто, а? Супер, друзья, разгоняется, честное слово. Реально, друзья, я хочу поиграть за Эйдена Пирса. В Ачек Лигион, друзья. Я вообще хочу за него поиграть, друзья. Ну, в Ачек Лигион, блин. Класс, поиграть за него. Блин, спустя некоторое время, вот сейчас уже 10, наверное, прошло. После того, как он исчез. Ну, в смысле, первая часть, наверное, где-то лет 10 прошло. То там уже он с бородой был. Ты даже ее не доехал, ты уже. А, вот, друзья, я до места доехал, а. Так, опа. Ай, блин. Супер. Так. Теперь как-то то надо замутить все. Вот это надо подумать. Вот люди странные в Лондоне. О! Ой, вот это я сбил, да, это я признаю, а. Вот это я признаю, реально сбил, да. Это старое здание Ми-6, некогда одной из самых влиятельных разведслужб в мире. Сейчас же, под началом СИРС, это душа и сердце любого заговора и кровавого переворота в Европе. Ну, то есть, почти ничего не изменилось. Ясно. Подумаешь, пара новых шрамов. Бегли, не нагнетай. Тебе всего лишь нужно найти центральную серверную и подключить нас. Остальное сделаем мы сами. Ты справишься. Ух ты, красавчика. Так подумаешь, всего лишь найти, блин, центральную серверную Ми-6. А сейчас плюнуть легко, а. А, блин, спокойненько могу сделать это. Я ж крутой как-никак, а. Только что Эйдена Пирса нельзя в Ачек Лигионе играть, а. Я бы до конца всю игру, друзья, не прошел бы, а. Так. Вот это молодец, а. Маскировка сработала на ура. Так, это у нас катер. Тут какой-то типа суперплатформа получается, да? Круто, друзья, класс. Вот же очки технологий. Так.
Ух, чей дрон. Я могу даже теперь взломать его, контролировать. Это супер, друзья, это командированность. Так, ага. Ладно. Как круто, друзья, да? Так, 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 так. Ай, зараза сломали, а. Ну ладненько, друзья. Класс, друзья. Наверное, их база зашла офигенно. Ничего не скажешь. А. Так, перезарядку. Фу, давайте. Офигенно, Ми-6. Вот это я, друзья, идеально зашел на Ми-6, а. Так, вроде бы все, да? Так, 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 вроде бы все. Так или не все. Сейчас проверю. Так, по идее, да. Хотя я пока имею здесь, да. Оба, друзья, лестница. Раз, два, три, типа, ты можешь, типа, так... А, я могу, типа, так залезть. Вау, круто. Надо будет так и сделать. Мне кажется, все равно наверх надо, да? Если я не ошибаюсь. Вообще, реально, куда мне надо, а? Так, а, ну, не знаю даже, друзья. Так, подождите, друзья, я хочу проверить. А, слишком далеко. А, вон где находится, друзья. Все-таки не наверх. Так, стрелять, F1. Я вот думаю, сюда пущу его пока лучше. Чтобы меня не борзел. Так, друзья, все будет закрывать мальчики технология. Ай. Ага, давай, давай, Димончик. Вот, блин, люблю я технологии, друзья. Реально, надо будет как-то погасить этот код. И... О, вот, вот, друзья, вход. Да, друзья, надо бы как-то код погасить или все такое, я хочу просто поехать на DLC-шку, заедать на пирс, а. Ну, уже, конечно, не молодого, но не старенького пирса, а именно такого супер-купер-пупер легендарного Эйдена Пирса. Так, ага. По идее, я правильно иду, а? Ну, если я точно не ошибаюсь, да? Правильно, правильно. Так, вот тут, конечно, мало куда, друзья. Хрен тебе, мудень. Так, друзья, взламываем. Фух, нравится мне звездой персонаж играть, а реально хороший. У него был не только супер крутой, типа, в смысле, по оружию я имею в виду. У него будет один пистолет, типа два уже было. Но все равно, друзья, крутой. Так, командир. Это еб твою мать. Так, это командошка у них. Так. Ключик находится там внизу, да? Аж зараза. Ключик, 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 ключик. Ищите дальше. Он точно где-то рядом. Боже, что за... Я вся... Так, скачиваем. Пригодится. Вау, то есть я, по-моему, попал куда нужно было, а? И без ключа. Ну ладно, пригодится в будущем. О, патрончики точно пригодятся, она все-таки пожарная. Так, друзья, я их этих вырубил. Так, тут закрою дверь. Ага. Так, подожди, подожди, тут еще есть какие-нибудь, типа, боевики? Ага. Так, ну что? А вот и нужный нам файловый сервер. Подруби к нему, Бегли, и мы все сделаем. Понял. Так, 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 так. У меня новости. Только обещай, что не будешь ругаться. Хватит сиськи мять, есть что сказать, валяй. Ах, вот ты как. В таком случае я не стану делиться подробностями. Но вкратце, скоро на тебя обрушится вонючий ливень из альбионовских головорезов. <с
Зашибись, Бэгли, ты, конечно, говоришь слишком не так, а? Как бы хотелось бы. Чуть не убили, блин. Командирская, мурнинская. Вот это жесткая тема. Ух, ё-моё. Да, друзья, жестко не валит, жестко, ничего не скажешь, а? Даже реально жестко, капец как, а? Готово. Ни хрена себе. Я рада, что ты на нашей стороне. Чудно. Уноси оттуда свой зад. Мы сообщим, если что-нибудь узнаем. Так. Так. Все равно надо. Командира их все равно надо было убить, хотя лучше свалить, друзья. Реально, сейчас лучше свалить вот сюда, вот в угол. Так, я хочу их все равно поиметь, друзья. Все равно хочу, а. Не хочется их поиметь, этих альбиновских ублюдков, а. Есть, это баба, это была сучка. Так, это командир. Командир подмогу как бы и вызывает у них. Ух ты, сука. Чуть не попался. Сейчас, друзья, я сам их убью. Да, когда в голову стрелять ему. Вот так вот, а. Так, командир. Опа, что-то там еще было, друзья, по-моему. Так, ой. Ты где? Это где у нас? Это что у нас там такое? Да нет, это понимаю я. Я не то хочу иметь. Я имею в виду, из-за маска есть. О, это показывает, по крайней мере. Ах ты, сука, а. Так, где ты, Муди? Где Муди? Командирская. Сука. Так, теперь где эта фигнюшка? А, это получается у нас сверху, да? Ах ты, сука. Ах ты, тварь, да? Я просто хочу, друзья, эту штучку забрать, а? Там есть, друзья, нужная мне фигнюшка. Так, нужно сейчас взломать. Что-то мне тоже надо делать, сами сисюкаться, но тут есть какая-то фигнюшка, там, или маска, что ли, как я понимаю. Ну да. А, походу, не бесконечно будет идти, друзья, но мне надо просто одну штучку взять, а. И чисто поэтому, друзья, я не ухожу, а. Вот, видишь, там, надо взломать как-то, кого-то пустить. А вот только как и где начало? Так, как-то у вас еще залезть? Можно ли туда вообще залезть? Мне вот интересно просто, а? Так, ну я попробую по трубе этой. Опа, можно, друзья, можно. То, что нужно. Так. Взлом. Ага. Так. Ага. Даже так. Во. Даже тут все замучено, друзья. Так, перезапуск. Ага, ладненько. Так. Так, ну тут у нас... Только так и есть, получается. Тут получается 20 секунд и все, да? Так, ух ты ж. Ну тут по-любому только так. Так, и последний. Это что интересно больше всего.
Так, внутренняя система разблокирована. Так, да, но где нужная мне штучка-дрючка? Так, ну и что я попал, типа... А, типа еще один вход сюда, что ли? Серьезно? Подожди, подожди, я что-то кассету. Я всех убил, это я понял. Типа я ради этого, что ли, это все делал? Да ёб твою мать рождения! Ой, блин, упал жестко, а. Так, где моя... Это, маска, вот. Так, патрончики. Угу. Это я понял. А где маска? Вот видите, здесь я хожу, типа, это... Должна быть эта маска быть. Но вот где она? Так это у нас... Ух ты! Типа, система наблюдения, колонки, все такое. Во! Это не то, что я хотел, а. Здание Ми-6, на-на-на. Чтец, это не я. Так, ладненько, друзья, эту маску я, походу, не найду. Или я все-таки был правильно, я не могу понять, где просто она. Там, где я думал, сверху или нет, вот в чем вопросик, друзья. Нахрен его, на самом деле, кажется, я зря пошел. На эту трубу залез даже. Хотя, может быть, и не зря. Ну, друзья, я залазю, там, да, трубу. Еще раз. Сейчас я быстренько проверю кое-что и выхожу из этого здания уже, друзья. Так. Так. Там где-то ищет. Нет, вот, ну получается где-то тут, а. Она как-то не считается, друзья. Типа она как-то не считается. Типа она намек был. Типа тут типа два варианта было попасть сюда. Поэтому друзья, я попал по другому варианту. И хрен тебе два. Дима, как говорится, обломчик, ты зря это все делал. Может спокойненько мне спускаться и не париться. Ты уже все взломал, что нужно было. А где? Где, друзья, было? Где маска? Это вопрос. Так, это была сучка. Да. Вот это вот тут получается она. Я прям... Тут где-то вот, друзья, не могу сверху, снизу или что, или вот это ящики, а. И что это? Это что ли она и есть, что ли? Это ловушка? Серьезно? Маленько, друзья, покидаю я здание. Так, она как-то что-то теперь выйти, а? А, как это, в принципе, я так и выйду, а? Ой. Ага. Выход, друзья. Покидаем. Ой. Чуть не крокнуло у нас. Ё-моё, а. Сколько тут ловушек, друзья. Тут дофига ловушек, друзья. Аж до хера, реально, ну, друзья, я все сделал, хуй, друзья. Я выхожу отсюда, вон нафиг, а. Аллилуйя, еее. Я вышел, ух ты, я вышел прямо к воде. Ну надо же, твой план сработал. Люди МЧЛ суетятся, кокосы вокруг разворошенного гнезда. Черт, быстро. Я тут разослал всем в сети Чайлд запись твоей маленькой шпионской операции. Это их подстегнет. Это безопасно? Вообще-то нет, но ты опасный мятежник в колоритной маске. Бьешь наемников, воруешь секретные данные и сносишь столики уличных кафе на тачке. Что в твоем понимании безопасно? Ладно, убедил. Какой план? Небольшая группа людей встречается с Эммой Чайлд на парковке. Они отключили камеры, но если получишь доступ к хабу сети ОС, я снова их включу, ведь я такой умный. Что ж, за дело? Последствия за ходом секретной встречи. Да уж, друзья, я же говорю вначале, что миссия обещает быть интересной или не говорил, я уже забыл, друзья. Просто так это увлекся перестрелку, друзья, что я реально позабыл. Так, я вроде почти приехал, да? Приплыл почти. Да, так и есть. Маленько, друзья. Да, вот, сейчас почти. Да, видно, что игра подтупливается. Зараза плохо оптимизирована, это... Блин, не вот, мне чисто вот большой клик, не нравится именно тем, что он оптимизирован дерьмово, друзья. Вы сами видите, да? Ладненько, припаркуемся. Ага, вот помню, на первой части большой я играл. Было дело. Вот там класс, там тоже было оптимизирован нехорошо, конечно, но лучше, чем большой клик, да? Опа, друзья, то, что доктор прописал. Так. А. Во. Эй, ты охренел, что ли? Ах ты, сука. Сука, охеревшая муни, а. Да вы капец, вы чё, охренели, что ли, а? Помог девушке, друзья, называется.
Ах ты падла, а. От меня не спрячешься. Ох, высоко их, а. Ух ты, охреневцы. Вы ублюдские, альбионские твари, а. Не, девушку бьет спокойненько, можете побить, да? Ты не охреневли, а. Ой-ой-ой, а. Я с головой, это ваш, блин, чувак, как девушка хочу убить, а? А не я, блин, командир, твою мать. Так, подожди. Вот сразу, командира. Пошел ты уже, а? Не убегать надо, а? Уже нет времени с вами сисюкаться. Бери тачку, бери. Так, хотел байк взять, друзья. Сори, никого не хочу сбивать. Да твою мать рождения, не хочу уже, из кого не хочу. А. Да блин, сори, ребята. Так, придется, друзья, вот так вот. Серега, что ты как все как первая часть делать, друзья, нажимаешь F, буковку вверх, и ты спрячешь, типа спрятался. Прыгнулся в машине, тут такого нельзя. А, все, с машины вылез. Так, встреча. Это получается аж туда, что ли? И где-то, где вход? Напоминаю, это парковка, где Эмма Чайлд проводит встречу с подручными. Малик просил подтвердить, что она связана с нулевым днем, прежде чем устранить ее. Так что взломай систему видеонаблюдения, чтобы мы могли увидеть эту встречу. Окей, Багли, окей. Офигенно, друзья, чистый шпион, блин. Да, агентус, ёпту, налево. Ой. Ой-ой-ой. Командос. Так, взломать. Я вроде бы правильно, да? Типа, а ключик, у тебя есть ключик, а? У тебя ключика нет, да? Типа, где ключ? У кого? А, у тебя. У тебя ключик. И ключ не у тебя. Походу, ключ не у тебя, явно. А у кого-то ключ-то, а? Эй. Если не у него ключ, то у кого ключ? Так, ого, полуавтоматическая винтовка легкая. Мне просто интересно, друзья, у кого ключик? А, вот он. Слишком далеко. Сейчас, друзья, он опять активируется, поэтому придется спрятаться, друзья. Теперь сделайте, что я хочу сделать, а? Чтобы он своих гасил уже. Ой, конечно, друзья, своих же валит, а? И, друзья, его... Охереть, да? Охереть, честное слово. Опа, чуть типа его ломают другие, да? Блин, круто, друзья, супер. Так, все, друзья, так. И теперь давай, Димон. Так, а теперь дальше что делать? Так, ага, камера. Давайте посмотрим на себя камеру. Узнаем, она нулевой день. Она с ней причастна или она хорошая? Хотя мне кажется, хер она хорошая, друзья. Вот хер раз два. Я уверен, что она хер хорошая. Это не просто совпадение. Малик удрал, и тут же наш сервер взломали? Это явно его рук дело. У меня спецы наготове, миссис Чайлд. Малик появится, и его тут же уберут. Так, что значит Малик появится? Мы до сих пор не знаем, где он. Увы, мэм. Обывательски выражаясь, он исчез. Его нет ни в офисе, ни дома, и он не пользовался кредиткой. Естественно, он же не дурак. Он знает наши методы. На филамента полагаться нельзя. Нужны люди. Может, он уехал из Лондона? Прячется где-нибудь в глуши? Ха, поэтому ваши жалкие отмазки воняют навозом. Ну, у нас есть еще одна версия, мэм.
Мы думаем, что Малик связался с Дэдсек. Возможно, они прячут его. Он повел себя в Лондоне, как на вражеской территории. Связался с местными повстанцами и использует их. Что ж, вот что мы сделаем. Перебросьте все ресурсы на Дэдсек. Если долго трясти это дерево, Малик на нем не усидит. Приступайте, ну? Сотрите террористов в порошок. Террористов? Мы террористы? От сучка она. Так, охота на людей, пакете область, ага. Так. Ой, я хочу вообще открыть, а. Ага. Так, очки технологий. Так, очки технологий. Я хочу их взять. Эй, вот теперь можно свалить отсюда, а? Так, друзья, все, сваливаю. Ага. Опа. Так. Где у нас тут выход? Вот труба, еще одна. Молодец, давай. Малик, срочно. Он не отвечает. Твою мать. Ладно, обойдусь. Блин, да, ты прав. Другого шанса может не быть. Так, это чего хотел? Так, следуйте за машиной Эми Чейлд. Нулевой день. Жалко, блин, моя тачива, друзья. Тачку хотел тут взять, а? Обломился. Нет, тачка моя-то осталась, которую я припаковал. А он та. Ну, подожди. Так, это я оставил тут. А, желтенькая была там. О, другая, друзья, тачка тоже неплохая. Вау. Эмма Чайлд только что связалась по защищенной линии с министром внутренних дел. Если ты и правда... Подожди, я понял. Хочешь доказать, что Дэдсек не причастен к терактам, у тебя появились шансы. Если приблизишься к машине, я смогу подключиться к разговору. Окей, Бэгли. А где машина? Ага. Подключаю тебя к каналу связи Эммы Чайлд. Постарайся не лихачить. Это директор Чайлд. Код Кима. Ага, вот она на машине 7-1-1. Шпионка. Шпиона. Агент 07. Шпиона. Вау, еще как. Еще точка классная. Подождите, господин министр. У меня какие-то странности со связью. Может, мне кажется, но лучше переключиться на другой канал. Какая незадача. Держись рядом с ней. Попытаюсь подключить тебя по новой. Окей, Бэгли. Мы перебрасываем ресурсы. Тачка неплохая, друзья, сзади едет. Это тоже тачка неплохая. Я вау. Видачки крутые, нашел я сейчас. Встретил, друзья, увидел. О, боже. Вы думаете, это был Дэдсек? Мне-то казалось, мы выяснили, что это дело рук вашего трудного ребенка, Малика, да? Да. И это самое неприятное, господин министр. Новые улики позволяют предположить, что Малик работает с Дэдсек. Твою мать, Эмма, это катастрофа. Все под контролем. Черт. Прости, Том. Придется снова перейти на другой канал. Секунду. Ого-го! Похоже, этот заговор берет начало в высших эшелонах власти. Ну или где-то неподалеку. Держись рядом, почти готово. Окей, Бэгли. Так, следуйте за машиной Эммы, это уже я понял, друзья. А, друзья, интересная миссия. Даже мне очень нравится, тачка вообще неплохая. Блин, эта тачка мне очень понравилась, и там мне очень нравится, друзья. Даже не знаю, на какой остаться, это ехать уже. Или ту взять. Конечно, это не... А, не куда-то выбор. Конечно, глупый выбор. Ой, глупый вопрос. Если я тачку ту возьму, то я прошу задание. Потому что она не так близко находится. Как будто она за нами даже следит, а? Эта машина. Мы за ней, а эта машина за нами едет, да? От самого начала, друзья, просто, а? Так, осталось 5%, друзья, 5. 4. 3. 2. 1. Ноль. И каким образом, позволь спросить, у тебя все под контролем, Эмма? Все просто. Один из них сейчас взламывает систему связи в моей машине. Отсюда и помехи. Ты как-то подозрительно спокойно. Не первый день на службе, Том. Я не в машине. Это приманка. Но в ней стоит работающий маячок, который отправляет Ах, координаты Альбиона. Ах ты, сучка. В течение часа мы задержим хакера. В этот раз отключился я, а тебе пора делать ноги. Доберитесь до безопасного места. Ну, сучка, она умная, блин, а? На связи, Малик. Я собираюсь лечь на дно. Поддерживать связь слишком рискованно.
притормози, ты слышал? Она хочет тебя убить. Она лидер нулевого дня. Включи мозг. Разумеется, я все слышал. Она знает, что я работаю с вами, а значит, подобралась ближе, чем я думал. Ой-ей. Мне жаль, но время вышло. До встречи. Так, задание охоты на нулевой день выполнено, друзья. Ну, дальше будет интересно, а? Так, следующее. Неопровержимые улики, друзья. Какой мудак. Нахер его. Теперь мы знаем, кто возглавляет нулевой день, и Малик нам не нужен. Осталось только найти ее. Так вышло, что во время моих попыток поближе познакомиться с сервером Ми-6, я наткнулся на список убежищ Сирс, разбросанных по всему городу. К сожалению, их немало. Не проблема. Мы знаем ее людей. Сравни их GPS-историю с этим списком. Выясним, где они пересекались. Прекрасно. Бэкс, начнем там, где вероятность найти Чайлд выше. Достанем эту сучку. Так, друзья, эту миссию мы выполним уже следующей. Следующей, друзья, прохождение, как вы понимаете. 21-я миссия под названием «Охота на нулевой день» завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем. Сейчас, друзья, пока еще не покашки. А вот сейчас, друзья, я хочу просто сделать финт ушами, а. Всем пока-пока. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.